Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Castle Cats. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем вставлять свой царский лайк и, естественно, писать комментарии. Так, здесь мы получаем Кайла, кстати говоря, давайте соберем. У нас новый котик, по всей видимости, есть. И это Кайл, он какой-то ремонтник, что ли, или что это такое, не знаю. Так, давайте соберем здесь все, что у нас нападало. Плюс 15, плюс 15. А ты кто такая? Машина времени, герой из прошлого. Клио. Ну, блин, это все-таки надо за донаты все покупать, поэтому пока что я этого делать 100% не буду. Я лучница, говорит Китнес. Так, давайте посмотрим, что у нас по квестам. Заблокированные деревья. Тут у нас нужно как раз отправить только Фрэнсиса. Я думаю, что Фрэнсис сам справится. Ты нашел что-нибудь? Ты видишь здесь что-нибудь, кроме веток? Нет? Именно, так что будь тише и дай мастеру поработать. Ладно, мастер, давай я тебе тоже помогу, чтобы ты там один не тусовался. Так, ой, ну это в принципе изично довольно-таки. Смотрите, мы достаточно легко разматываем, надо просто покликать как следует. Эй, а я успел нажать? Ну-ка, нажимаем. О, фаербольчик на минус 171 сразу. Это кайф, это хорошо. Давайте сейчас быстро добьем этого грунта. Это знаете, как в этом фильме? Я есть грунт. Вот это примерно то же самое. Так, хорошо, задание выполнено. Давайте сюда тоже пока кого-нибудь отправим. Вот Конан пускай здесь занимается своими делами. Приготовься, злодейка! Час твоей кончины на стол! А, ты дурень, ты все испортил. Твои планы вновь провалились. Ты, может быть, выиграл еще одну битву, но я вернусь. Что это такое вообще? Ха, еще одна победа в карман. Справедливо коту. А сейчас я должен бежать из этого места, пока оно не взорвалось. Чего? Что это такое? Ладно, давайте поможем ему. Что? А, это зомби-пес просто всего лишь? Ребят, не пойму, а что это за справедливо кот? Первый раз. Так, кстати, давайте. Оп, использовали. Отлично, отлично, кстати, очень хороший крит на... 15 волн, вы что, обалдели? Что это такое? Что это вообще за... Я даже не знаю, как это назвать. Какой-то ивент, что ли? Хотя, видимо, здесь монетки можно... Недостаточно энергии. Блин, смотрите, у меня недостаточно энергии. Получи больше, играя в мини-игры или посмотрев короткую рекламу. Ну, давайте мини-игру. Мурмури. Как играть? Ну-ка. Найди все пары. Это плюс это плюс это. Я понял вроде бы. Ребят, я вроде бы понял. Игра на память. Окей. Давайте попробуем. Так, здесь у нас... Я буду давать им короткие названия. Фастфуд. Фастфуд морда. Зомби. Герой. Фастфуд морда, зомби герой, маг. Маг. Блин, вот так, это точно. Хорошо, маг. Блин, там где-то маг был же. А-а-а, вот тут был. Блин, про это. Где фастфуд-то? Зомби-герой. Здесь. Ай, я уже забыл все. Ребят, все забыл. А, вот фастфуд. Вот фастфуд. Зомби здесь, это я помню. Так, ниндзя, по-моему, еще не было. Лучница была, по-моему, здесь. Да, отлично. Так, здесь вот этот. Хорошо. Здесь ниндзя. Отлично. Все, 17 ходов. Ну, я не знаю, ребят, насколько это хорошо, но написано вроде великолепно. Нам дали, кстати говоря, 4 зелья. Спасибо. Спасибо, так сказать. А можно мне в бой-то вернуться, кстати говоря? Так, третья волна из 15. Оп, хорошо. Недостаточно энергии, но мы можем выпить, использовать запас. Эй, а почему у меня 0 из 5? У меня же было 4 их вроде бы. Я вроде бы 4 выиграл уже. Обидно немного. Ну ладно, ничего страшного, наверное, я надеюсь. Так, 5 волн мы уже зачистили, по крайней мере. Не знаю, хорошо это или плохо, но 5 волн у нас есть. Ой! Пускай. Все! Они пускай там сами разбираются, битва окончена. Мне нужно еще энергию сохранить, чтобы обычный настоящий квест выполнить. Так, что у нас тут? Фрэнсис вроде бы справился. Экспа, монетки и самоцветы. Хорошо. Вот так я открыл тропу. Замечательно, пошли встретимся с древними котами. Я бы сказал, замурчательно, сделано мной. Так, хорошо, древние коты у нас есть задание. И давайте посмотрим, какие тут еще есть. Вредоносный лабиринт, городской порт. Вообще тут дофига разных заданий, ребят, надо сказать. Реально дофига разных заданий. Давайте посмотрим, может мы что-то создать уже можем. Так, крепость, эволюционировать можно, смотрите. Эволюционировать, это нужно... Блин, это огоньки эти нужные, которых у меня нет почему-то. Я пока еще не знаю, как их добыть, как их достать. Так, а что-нибудь улучшить? О, кстати, вступить в бой, собрать сейчас. О, это, видимо, улучшения какие-то. А точнее, не улучшения, а достижения, кстати, которые мы получаем денежки. Так, настройки нам не нужны. А вот здесь вот, может быть, что-то мы сможем сделать. 250 дерева. Блин, а сколько у меня дерева сейчас? 96 всего лишь. Чего? А чего так мало? Чего так мало? Не понял. Горсть самоцветов за донаты. И это тоже за донаты. Ой,
Ну, не знаю, ребят, если мы наберем прям очень много лайков, очень много просмотров, я смогу задонатить, но это только вот в этом случае, так сказать. Ладно, поехали дальше. Справедливо кот. А, тут битва все еще идет, кстати говоря, нифига себе. Давайте мы еще... Эй! А, когда он бьет, откатывается немного умение, ребят. Вот в чем фишка, я так понимаю. 68. А, становится-то больше или меньше? Чуть не пойму. А, да, становится больше. То есть энергия потихонечку восстанавливается, в этом вся фишка. 6 из 15, но я думаю, что мы вполне себе... О, дерево попадало. Я думаю, что мы вполне себе успеем все это выполнить. Кстати, минус 2000 уже выдаем за раз. Это хорошо. Ладно, пускай там наш герой разбирается потихоньку, а мы с вами к древним котам. Кто у нас с этим умением? Блин, Конан сейчас на квесте. Ладно, тогда повыполняем другие квесты. Какие здесь еще? Вот, зеленые поля, например. Пускай Фрэнсис пойдет, он может это выполнить вполне себе. Так, начать квест. Начинаем. Зеленые поля пускай выполняет Фрэнсис. А здесь, о, на королевскую битву тоже. Блин, только Кайла. У меня нет, к сожалению, пока еще котика с подзорной трубой. Ой, ну ладно. Ладно, давайте тогда поможем выполнить зеленые поля. Кстати говоря, здесь вроде бы достаточно изично должны это все сделать. Все, уже готово, спокойно. Зеленые поля оказался очень простым местом. Так, что-нибудь еще интересное мы можем... А что вот здесь? Текущая команда, цитаты, история. А история это что такое? Дракон заблокирован. А, это квесты, которые мы выполняем. Все, я понял. Ну, это, в принципе, ничего важного. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Зеленые поля готовы. Что мы за это получим? Ну-ка. Большая удача. Экспа, деревяшечки и монетки. Сойдет. Ладно, давайте попробуем все-таки тогда закончить эту, что ли, битву. Потому что пока Фрэнсис не освободится, нам придется сражаться все-таки. Так, хорошо, давайте добиваем. Все, поехали. Кидаем сразу 3. Хорошо, на минус 1000, это приятно. Блин, все, энергии уже нет. Энергии уже нет. А как купить вот эти всякие арбалеты и все вот это вот? Кстати, интересно. Можно было купить, я думаю, что это нам пригодилось бы, наверное. Так. Блин, ну офигеть, как долго ждать, пока мы закончим. Мы только 8 волн сделали. Еще, ну ладно, уже почти 9, но... Давай. Оп, все, 9-я волна пошла. Кстати, смотрите, какая-то кожа или что это такое нам попадало. В принципе, по большому счету, можно, наверное... Можно, наверное, знаете, как сделать? Кстати, здесь 57 минут еще осталось. Можно, наверное, отправить другого кого-нибудь. Давайте попробуем отправить Фрэнсиса. Может быть, он справится. 50%, что будет большая удача. Требования по навыкам. Все-таки нельзя. Все-таки нельзя. Ладно, давайте тогда я сейчас включу запись, ребят, когда я уже добью, наконец-то, всех этих врагов. Это случится достаточно скоро. Ну все, ребята, остался последний. Смотрите, у него даже демонические крылья какие-то. У него 15 тысяч хп, но я тут еще немножечко поиграл в эту игру на память. И у нас с вами дофигища зелий, которые мы можем использовать, чтобы его побыстрее загасить. Ура, ура. Я считаю, что ура. Отлично вроде бы. Тем более, что нужно уже наконец-то выполнить это задание на справедливо кота, потому что нас-то ждет еще сюжетные миссии, которые нам тоже нужно пройти обязательно. Так, кидаем. И все, на этом все заканчивается. Есть! Готово. Битва окончена, и мы получаем с вами, по-моему, не так уж много, не так уж много всего. А, нет, нет, смотрите-ка. Ну-ка, большая удача, и у нас дофига экспы. Один самоцвет, 750 монеток и 30 славы, или что это? Этот глупый справедливо кот. Все, что я хотел, это быть признанной лигой. Лига злодейственных и злых котов. Я же не буду петь им объяснительную песню о том, что такого плохого я наделала в прошлом. Нет-нет, я обязан отомстить с новым планом, планом истинного зла. Ух ты, интересно, то есть это тоже что-то типа сюжетки, я так понимаю. Кстати, у нас там с вами есть новый билетик. Давайте-ка мы используем на редкую коробку. Слушайте, 95% на редкость и 5% мифического кота. Блин, как бы хотелось быть без мифического. Ну ладно, хотя бы редкого давайте уже. Ангелочек, это, я так понимаю, редкий, да? Ну, ладно, чё, прикольно, ангелочек, это довольно милый котик, смотрите. А, ну что, древние коты, да, отправляем сюда Конана, я думаю, что он должен справиться. Кто вошел в наш священный храм? Приветствую, древний, мы герои, нам нужна ваша помощь. Что за наставление вы ищете? Нам нужно, чтобы вы посмотрели на этот магический самоцвет. Фрэнсис, дай им самоцвет. А, конечно, держите, древние. О, это да, действительно интересный самоцвет. Так, и нам нужно будет здесь вступить в бой. Блин, а у меня кроме Конана никого нет, кого я мог бы отправить. Кстати, ангелочек случайно не с... Нет, нет, к сожалению, не того скилла, который мне нужен. Ладно, тогда давайте по квесту пойдем. Что интересного мы здесь можем найти? Так, ну, это уже изично. После того, что мы с вами сразились с таким огромным количеством этих зомби-псов, я думаю, что это вообще изи. Давайте добиваем сейчас этого. Я есть Грут! И все, готово.
Так, справились очень даже быстро, получили дополнительные за это денежки. И поехали посмотрим, что тут он скажет нам. Конан, большая удача, экспа, самоцветы и монетки. Да, отлично, отлично. Кстати, так, юный герой, мы рассмотрели ваш магический самоцвет. Его сила может обратить любое существо в собаку. Это истинное зло. На самом деле, я люблю собак. Я люблю собак, кошки тоже клевые, но я против того, чтобы собак называли злом. Не бойтесь, юные герои, это только часть целого. Без еще нескольких частей такие чары невозможно наложить. Повезло же нам. Но это значит, что злой некромопс ищет и другие части. Мы должны найти их первыми. Давайте перегруппируемся в гильдии. Понятно, злой мопс, будет уже задание, хорошо. Так, что интересного мы можем здесь найти? Блин, 30 тысяч стоит коробка редкая. Я бы, наверное, попытался накопить, ребят. У нас с вами 20 тысяч, я не буду тратить на обычные коробки. Кстати, хлопок, это, видимо, хлопок. Буду стараться накопить на именно редкие. Ну, как вы считаете? Мне кажется, это хорошая идея. Так, что у нас здесь есть интересного? Смотрите, мы можем... Вот так, погоди. Можем уровень ткани повысить. Ну и, в принципе, все. Больше мы пока ничего интересного повысить не можем. У нас слишком мало всего остального. Ай, ну ладно, пока... О, давайте материалы, ежедневные квесты. Стряхни коробку сюрпризом и выиграй один из этих призов. Блин, хочу вот этот. Давай, играем. Все закидывается сюда. Блин, пожалуйста, только не монеты. Только... Так. Конан теперь со щитом, ребят. Теперь со щитом. А сколько теперь нужно? Теперь нужно два. У меня двух огоньков, я так понимаю, нет. У меня только один есть. Можно, в принципе, Фрэнсиса прокачать. Эволюционировать. А, на него нужен уже синий огонек какой-то, да? А здесь вообще зеленый. То есть у меня только красный огонек пока что есть, да? Да, только красный. Ну ладно, окей. Ну, по крайней мере, у нас теперь Конан эволюционировавший. Это прикольно, это здорово. Блин, можно мне не присылать эти оповещения постоянно? Это классно, ребят. Смотрите, он уже со щитом. Реально клево выглядит. Так, здесь я ничего покупать не хочу. Ну все, поехали тогда дальше по квестам. Посещение мопса есть. А, это похоже вот как раз вот эти геройские квесты, да, 2 часа учитывая. Я это оставлю вот перед выходом, ребят, перед выходом из игры я сюда отправлю, чтобы к следующему разу у нас уже был выполнен этот квест. Посмотрите короткую рекламу, чтобы ускорить выполнение квестов. Да нет, мне не надо. Спасибо. Ладно, злой мопс, поехали. Конан, Кэтнис и Фрэнсис. Начать квест. Вы посмели украсть мой самоцвет? Что ты собираешься сделать с древними котами, злой некромопс? Древние коты? Когда мой план воплотится, это будут древние псы. Хо-хо. Фу, старые псы воняют. Знаешь, что воняет еще больше? Горящие коты. Твоя магия нас не пугает. 3 против 1. Победа будет за нами. Давайте. 3 на 1 это норм. А, смотрите, прям реально против прям некромопса играем. Ну ладно, окей. Ну наверняка сейчас призовет кому-нибудь. Мне почему-то так кажется. Так, поехали. Кстати, 4 на 1, учитывая еще нас с вами. Так, 199. О, смотрите, это как-то было слишком просто даже. Так, что нам дадут за это? Что дадут? Давайте посмотрим. Экспа, самоцветы и монетки. Самоцветы нам тоже пригодятся. Бу-хо-хо, вы никогда меня не победите. Магия злого некромопса слишком сильна. Мы не можем оставаться здесь. Но как же древние коты? Самоцвет все еще у нас. Если мы убежим, злой некромопс должен последовать за нами. Согласен, поджаренным я не буду выглядеть лучше. Хорошо, давайте убежим отсюда. Лесная погоня. Да в смысле, мы же победили его, почему мы убегаем? Мы же его замочили втроем. Кстати, а это что такое? А, общение, а это что такое? Ой, это чатик какой-то, видимо. Я просто не пойму, что вот это вот все значит. Супер костюмы. А, это все за монеты можно покупать, да? Да, супер костюмы, смотрите, по 120 этих самоцветов стоят. Но у меня столько самоцветов в жизни не будет, наверное. Так, завершать квест еще. Надо встряхивать героев для зо... Ну-ка. А, да ладно, нифига себе, смотрите. Можно реально встряхивать героев, и за это мы получаем монеточки. Так, давайте еще. Еще хочу. Стой, а все, больше нельзя, что ли? Эй. А, наверное, надо их...
А, их еще их прокликать надо, блин. Ну, это как-то долговато получается. Ну, ладно, давайте сейчас прокликаем по-быстрому. Так, сюда. Кайл, теперь твоя очередь. Терять мешки с золотом. Я, так как я король гильдии, я имею право всех встряхивать для того, чтобы получить мешочки с золотом. Так, Моти, теперь ты. Отлично, отлично. Оп-оп-оп-оп-оп. Собрали. Теперь собираем здесь. Я это делал только для того, чтобы достижение выполнить, ребят. То есть, так-то мне это золото по единичке, конечно, не нужно. Так, стой, погоди. Здесь. А, еще 4 нужно. Еще 4. Кайл, давай, 4 штучки. Угу. Все, готово. Собрать. Отлично, все ежедневные задания мы с вами выполнили. Поехали дальше, теперь лесная погоня. Посмотрим, что у нас будет здесь. Конан, Кэтнис и Фрэнсис. Поехали, большая удача, скорее всего, будет. Вы куда? Хватит убегать, вы трусы. Не оглядывайтесь, просто бегите. А, я бегу. Фрэнсис, как всегда, блин, трусливый котик. Ладно, сейчас мы зомби-псов быстро загасим, потому что, конечно... Вот собак-то я люблю, но вот зомби-собак... А, да ладно, и теперь надо будет каждый раз сражаться против некромопса. Ну ладно, ну у него теперь 3000 хп, ребята, это уже посерьезнее будет, пожалуй. Но все равно мы, конечно, его спокойненько... Блин, еще и откатывает мне скилл, который я хочу использовать. Но все равно мы, конечно, его уничтожим, но это уже будет немножечко... Чуть-чуть совсем сложнее. Все, изи. Добили. Получаем за это еще дополнительные всякие ресурсы, денежки. Это все хорошо. Так, кстати говоря, давайте здесь тоже будем все собирать, потому что мне нужно... К следующей серии уже хочу, ребят, улучшить нашу постройку, улучшить хотя бы крепость. У меня пока только 160 деревяшек. А, так, лесная погоня выполнена. Хорошо. Мы за это получаем, как обычно, экспу, самоцветы и монетки. Уф. Куда вы делись, глупые коты? Я не могу поверить, что это сработало. Видимо, собаки действительно во многом уступают нам. Да хватит уже обижать собак. Да, ну убегали там мы. Верно. Давайте вернемся в гильдию. Нам нужно сделать еще много важного. Так, хорошо, объединение с гильдиями. Ну, это у нас только предстоит. Давайте посмотрим. Не знаю, городской патруль я выполнить не могу. Вот зеленые поля, например. Зеленые поля опять Кэтнис можно просто отправить. Пускай выполняет. Дальше, здесь городская стена я не смогу, наверное, выполнить. Блин, тут столько разных скиллов можно использовать. Ребят, ну я думаю, что мы потихонечку будем уже заканчивать, наверное. Смотрите, давайте посмотрим, как выглядит этот квест. Ты, подними лапы, чтобы я могла их увидеть. Что? Кто ты такая? И что ты забыла в моей башне? Я пришла задать тебе простой вопрос, злой некромопс. Можешь ли ты... Видимо, он не хочет слушать ее вопросы. А, может, я перестарался? Нет. Нормас. Это было прикольно достаточно. Ну, видимо, здесь опять 15 волн, ребят, достаточно много. Просто нужно подождать, когда это все выполнится. Я думаю, что на сегодня мы уже будем заканчивать. Спасибо вам большое, что досмотрели до самого конца, ребят. Если вы хотите увидеть следующую серию, как можно быстрее, ой, смотрите, даже обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующую серию, конечно же. И, естественно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании, там вы увидите много всего интересного. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. Ну, а с вами был Чинаски, я вас всех люблю, увидимся уже совсем скоро в новом видео. Ну, а сейчас всех обнимаю, до скорой встречи, дорогие друзья, и...